Ребята, которые были обратно. Не математические статьи. Вот. Саша, пожалуйста. Значит, вот я не знаю, какие курсы у студентов здесь есть, но есть такая замечательная вещь в математике. Преобразование Фурье. Преобразование Фурье. Ну, ряды Фурье. Не знаю, изучают на младших курсах. Замечательная вещь, которая, правда, Д'Аламбер еще пользовался, Фурье, которые, так сказать, позволяют нам разлагать функции в ряды. Вот нам с Игорем Моисеевичем, здесь присутствующим, понадобилось обобщить ряды Фурье на Риммановой поверхности. Ну, я просто скажу, так сказать. Вот вы знаете, сейчас много существует базисов. Что такое вот ряды Фурье или что-то? У вас есть функции пространства, скажем, на отрезке, и в нем есть какой-то базис. Базисов этих много существует. Кроме рядов Фурье, в наше время много базисов существует. Мои друзья по студенческому коллективу, Саша Олевский, там, Никишин, прочие вот коллеги, ученики там Ульянова, еще школы Меньшова, Колмогорова, последний Ульянова, там вот Саша Олевский, мой друг. Раз, многие, они столько базисов изучали, Банах, базис, изучали базисы. А потом вот выяснилось, это такой раздел был очень-очень-очень-очень чистой математики. Потом выяснилось уже, не знаю, не раньше 90-х, 2000-х годов, что некоторые из этих базисов невероятно полезны для практических целей. Такая чисто абстрактная область превратилась там, я не буду говорить об истории этой области, это называется вейвлеты. Мой друг Владимир Игоревич Арнольд почему-то любил по этому поводу употреблять слово термином «волнушки». Да? Но я этого термина арнольдовского не признаю, вот ему, у него была грибная терминология. Значит, вот, строго говоря, вообще это правильный перевод. Вот, вейвлеты. И сходимость этих базисов невероятно более быстрая, чем в рядах Фурье. Невероятно более быстрая. Если вам нужно, скажем, там, на пластинке различать там, с каким-то там света, так замечательно работают. Выдающиеся ученые вложили вклад в прикладные аспекты этих самых вейвлетов в наше время. Это, так сказать, в мире, где математика красивая еще продается, еще при этом продается, играет большую роль. Ну вот надо спросить, а все-таки ряды Фурье, они при этом исчезли или нет? Когда мы вместе с Игорем Моисеевичем в конце 80-х годов, мы с ним занимались такую решали методическую задачу, строили операторным построением теории струн. Что такое теория струн, операторное построение? Здесь, наверное, не стоит говорить. Существенно вот что. Нам понадобилось, вообще говоря, теория струн, я называю эту работу наши методологическими, скорее, в конце 80-х и 90-х, они были более направлены в сторону физического сообщества. Там и цитировалось, в те времена эта тема была очень модная. Потом за последние 20 лет термин «теория струн» много раз менял свое название по смыслу. Можно следующее? Ну, вот вообще проблема квантования струны была решена в знаменитой работе моего друга Саши Полякова 81 года не операторным методом, так называемым методом континуального интеграла Фейнмана,
А вот методически оставлялась задача решить, все-таки построить это операторно. Построить оператор рождения, уничтожения, оператор, квантовая теория. И мы строим на Риман. И для этого нужно ни много ни мало построить было аналоги рядов Фурье на Римановых поверхностях. Там струны, взаимодействующие струны Риманова поверхности. Ну, вот эту задачу мы с Кречевером решали. Что такое ряды Фурье и чем они отличаются от других базисов в пространствах функций? Я вам скажу. Если вы решаете задачи линейные, линейные операторы, то там другие базисы, какой-нибудь там, эти Мейер, Добичи, такие базисы нашли замечательные. Свойства эти, вейвлеты называются. Много на этот счет в прикладной математике шума было за последние 20 лет. Вот, но реального, причем с реальной пользой. Если у вас линейная задача, линейная уравнение, скажем, цвет, например, чисто линейная, то прекрасно. Но если у вас вы имеете дело с нелинейными уравнениями, скажем, динамическими системами, то все фундаментальные понятия, резонансы, например, динамических систем, о которых вы, может быть, когда-нибудь слышали хотя бы такие слова, они основаны на Фурье разложения. Фурье, ряды Фурье и интегралы Фурье обладают замечательным свойством, которым не обладают эти другие базисы. Они обладают свойством не только в отношении аддитивных свойств, суммы там разложения, но они еще и мультипликативные. Произведения, как говорят, вы учили еще формулы Муавра еще в школе, в комплексных числах, как говорят, e в степени nφ, взял там e в степени nφ на e в степени mφ, будет e в степени m плюс nφ. Замечательные мультипликативные свойства. Они связаны с алгеброй умножений, кроме, так сказать, чисто аддитивных свойств разложения. Ну и вот, именно это мы развивали ряды на Римановых поверхностях. И вот построение аналогов рядов Фурье на Римановых поверхностях, потом и интегралы Фурье непрерывного, оно и было тем, что породило те работы, которые мы развивали позднее с Гриневичем. Вот, так сказать, это источник был такой. Ну, надо сказать, что это всегда привыкший, так сказать, выступать в среде физиков или математических физиков, всегда необходимо какое-то дать объяснение тем мотивировкам, из которых возникли ваши задачи. Давайте, Саша, еще. Надо сказать следующее. Тут у меня не написано. Существует знаменитое уравнение Картевега де Фриза. Замечательное знаменитое уравнение, дифференциальное уравнение. Замечательное. Одно из самых знаменитых уравнений второй половины 20 века. Породившее громадное количество исследований в различных разделах математики. Возникло оно из теории нелинейных волн. Кстати, еще в конце 19 века. Ну и потом с ним были связаны замечательные математические открытия, сделанные физиками-теоретиками. 60-х годах. Я тоже этим занимался в 70-х годах. И мы успешно применяли, кстати, Бровин и Кречевер, мои ученики, успешно применяли там методы алгебраической геометрии при решении этой задачи. Это одно из самых знаменитых уравнений. Его решение – это своеобразная теория. Смешно сказать, но странные решения уравнения КДВ из формальных рядов иерархии возникают даже в топологии или там в комбинаторике, как недавно. Появление этого замечательного уравнения в различных разделах математики является странным, но широко признанным, бесспорным фактом. Вот уравнение Картевега де Фриза обладает замечательным свойством, которое у меня здесь отмечено. Если вы возьмете линейный оператор, для тех, кто знает, что такое линейный оператор, умножение на функцию u от xt, действующей на функции каких-то классов. Если эта величина называется потенциалом, коэффициент уравнения Штурма-Леовилля. Вот если
Вот это вот меняется в силу уравнения Картевега де Фриза, то вот это вот меняется таким образом, что спектр не меняется, остается инвариантом. Эти деформации называются изоспектральными. Конечно, строгий и точный смысл это имеет в тех случаях, когда это принадлежит хорошему функциональному пространству. Например, периодические функции, быстроубывающие функции, как у физиков в теории растения. Периодические функции – это, так сказать, достижения наши. Там возникают методы алгебраической геометрии. А до нас в 60-х годах, лет за 10, были открыты случаи так называемых солитонов, быстроубывающих волн. Там методы теории рассеяния. Это получил название метод обратных задач теории рассеяния. Это замечательный феномен, в котором встречается много различных аспектов математики и теоретической физики, и это многообразие еще не исчерпано. Вот если вы имеете вот такую пару, вот это и это, то вот решение такого уравнения означает, что, ну, грубо говоря, так, что это интегралы движения. Но это мало, конечно, это есть такая вещь, есть объяснение этого, которым я сейчас не намерен заниматься. Это предполагает, что, конечно, у вас здесь какие-то хорошие классы функций, дифференцируемые функции, скажем, периодические или быстроубывающие, гладкие. Так что все это имеет смысл, спектр и так далее. Функциональный анализ работает полностью, и вспоминать его мы не намерены. Это называется изоспектральная деформация. Надо сказать, что методы теории солитонов далеко вышли из первоначальной изоспектральной деформации идей. Вот. Ну и вот. И здесь возникает такой вопрос. Вот вопрос, к которому я намерен вернуться. Понимаете, мы занимались этим 40 лет назад. Вот я свою основную работу сделал 40 лет назад на эту тему. Давайте спросим, скажем, вот. Что же мы рассматривали тогда? Я с тех пор этим 40 лет не занимался. Вот почему я сейчас вот к этому счел нужно вернуться? Там, скажем, ученые, занимающиеся там комбинаторикой, пространством модулей, встречают различные решения уравнения так называемого КДВ в виде формальных рядов, которые вообще никаким классам функций не принадлежат. А мы об них говорить не будем. Дело вот в чем. Вот для того, чтобы имел смысл понятие изоспектральности, чтобы это имело отношение к спектру этого оператора, к квантовой механике, необходимо, чтобы эти коэффициенты были гладкие, дифференцируемые. Когда вы выводите это уравнение в теории нелинейных волн, то тоже предполагается, что это... В теории нелинейных волновых процессов это целый ряд плазменных. Ну, Картевег, де Фриз выводили это уравнение еще в 95-м году, 95-й на 895-й, в теории мелкой воды. Но физики плазмы выводили его для многих видов нелинейных волн в течение 50-х годов. Оно какой-то такой универсальностью обладает, замечательной. И предполагается, что это все гладкие функции. Поэтому 40 лет назад мы сингулярными решениями вообще не интересовались. Либо мы работаем в квантовой механике, и нам нужно, чтобы у было гладким, тогда спектр, и все периодическим, скажем, или быстроубывающим. Либо мы работаем, обслуживаем теорию нелинейных волн, тогда нам нужно, чтобы здесь были гладкие профили волновых процессов. Мы не хотим, так сказать, вот. Так что в те времена мы занимались решением подобного рода уравнений и одновременно отбирали только хорошие, гладкие, физически осмысленные решения как для квантовой механики, так и для теории нелинейных волновых процессов. Никаких других 40 лет назад не рассматривалось. Надо сказать, что уже в конце 70-х годов разные ученые, крупные, в частности Мозер, Макин, игнорируя полностью какие бы то ни было приложения в теории нелинейных волновых процессов, стали рассматривать решения с полюсами.
Их интересовало движение полюсов. Никаких приложений в физике, ни в квантовой механике, ни в теории нелинейных волн это не имело. Тем не менее, работы, скажем, знаменитых математиков, как Мозера и Макина, конца 70-х годов известны. Ну, разные люди у нас тоже из лучших наших ученых тоже уделили большое внимание движению полюсов. Так или иначе, вот уже тогда начали заниматься вот, изучением решений, которые не являются дифференцируемыми, хотя при этом это делали люди, даже великие люди, как Мозер, игнорируя какие бы то ни было приложения, а просто так, из интересов чистой математики, без всяких приложений. Потому что нелинейные волны требуют... А вот, кажется, была проблема, поставленная Мартином Крускалом. Вот, каково движение полюсов, не имеет ли это отношение к динамике частиц. Какие-то были вот интересные. Кстати, эти работы очень интересные. Но они уже не были мотивированы, так сказать, прямыми приложениями в теории нелинейных волн или в квантовой механике. Где в теории нелинейных волн работает, грубо говоря, вот это вот уравнение, описывающее солитоны. Или кноидальные бегущие волны. А в квантовой механике работает оператор Шрёдингера. Вот что из них вам нужнее, в зависимости от случаев. Иногда полезно для этой цели, иногда для этой цели. Здесь теория работает на оба фронта. Очень хорошо. Одна из самых лучших эффективных математических вот теорий, как говорится, ну, которые вот породили новый тип совершенно эффективных методов другого типа, которых предыдущие столетия вообще не знали. Так же, как, скажем, в 19 веке Каши и Абель открыли замечательный комплексный анализ, открыв новый тип совершенно математики, нужной для приложений, в частности, и для самой математики. Также вот во второй половине 20 века теория солитонов открыла вот этот тип новой эффективной математики, объединяющей математиков и физиков-теоретиков. Ну вот, это уравнение обладает громадным количеством сингулярных решений. Мы сейчас забываем про какие бы то ни было приложения в квантовой механике теории нелинейных волн. Существует большая литература, изучавшая сингулярные, негладкие решения. И вот ее я сейчас хотел бы обсудить. Вернитесь, пожалуйста, туда. Во-первых, здесь есть два вопроса. Что происходит с решениями нелинейного уравнения, и зачем это может быть нужно? И что происходит вот с этим линейным оператором? Есть ли тут вообще спектр оператора? Функциональное пространство, спектр. Есть ли понятие изоспектральной деформации? Естественно, такой вопрос. Давайте. Да, это все время подразумевается. Это семейство, зависящее от Т. Т-параметр. Да. Даже в чисто математических теоремах, которые я сейчас сформулирую, принадлежащих разным знаменитым математикам, не нашего сообщества, подразумевается все время именно так. Ну вот, давайте сначала спросим, какие же сингулярные решения нет? Мы уже здесь вне современных наук, к которым имеет отношение, скажем, наш вот уважаемый председатель, который много где там у них возникали вот эти самые КДВ-иерархии в форме формальных рядов. Так сказать, вот там функции нет, там только формальные ряды. Мы уже все-таки имеем дело с функциями. Вот здесь мы не столь, но не гладкими. И мы скажем сейчас какими. Вот, смотрите, не надо, разные люди. Существует совсем другой раздел математик. Я его не ругаю, не хвалю, просто подчеркиваю, что он это не моя математика. Я там не работал, хотя мне приходилось, как говорится, для некоторых работ, если можно так выразиться, нанимать и лучше приглашать специалистов, чтобы довести в этом отношении и свои работы. Вот, например, знаменитый ученый Тао. Это специалисты по теоремам существования единственности всяким вот, дифференциальных уравнений. Вот спрашивается, они тоже изучали решения последние десятилетия, они Бургейн, Тао, знаменитые вот люди по так называемому hard analysis, которые занимаются проблемами обоснования,
Они вот Бурдень, Тао. Он доказал, прямо манипулируя анализом, без всякого использования тонких методов теории интегрируемых систем, что динамика уравнения КДВ корректно определена, если придав в любом данном Т, функция U от X принадлежит соболевскому пространству. Если не знаю, так сказать, какое количество вас знают это, с отрицательным показателем, минус S. Если S равно нулю, это обещанное Гильбертово пространство L2. Ну, так я вам скажу. Дельта-функция точки в одномерном случае принадлежит соболевскому пространству с S равным, вот здесь минус S, S будет 1 вторая, чуть-чуть больше 1 вторая, 1 вторая плюс эпсилон. Это будет дельта-функция там. Вот Тау доказал для случая, когда S 3 десятых, даже дельта-функция не схвачена. Здесь. Но он не пользовался методами обратной задачи, теории солитонов и так далее, алгеброгеометрическими извлечениями из методов, которые были развиты в свое время, всей этой теории. Можно еще? Ну, никаких идей. Вот. Хорошие специалисты, вот Капеллер там с автором Топалов, по теории солитонов, показали быстро, что можно, использовать серьезную технику знания области, сильно улучшить этот результат, доведя S до единиц. Уже используя то, что называется алгеброгеометрические решения, конечно, зонную аппроксимацию до S равного единиц. И, по-видимому, это предел. Результат Капелева и Топалова. Бурдень рассматривал КДВ в каких-то мерах, не буду об этом говорить. Вот S равно единице, соболевское пространство с показателем минус 1, это последнее пространство, в котором определена спектральная теория операторов. Нормально, скажем, периодические функции. Спектр есть, он дискретный, как положено. Ну, физики часто рассматривают, скажем, спектр, когда потенциал является дельта-функцией. Это приблизительно 1 вторая S равно. Но даже до единицы можно дойти. Все дальше соболевского пространства минус единица идти нельзя. Это уже все. Значит, исчезает. И вот в этом пространстве, безусловно, это изоспектральная деформация в нормальном, последнем нормальном гильбертовом пространстве. Вот здесь. Это уже, так сказать, хороший результат с точки зрения вот, людей, занимающихся теоремой существования. И в отличие от Тау, этот результат осмысленный, потому что он, так сказать, увязывает это с спектром операторов. Если мы думаем про пространство, скажем, H-1, можем ли мы представлять себе, что эта функция в общей точке гладкая? Дельта-функция лежит в H-1/2. Она в общей точке гладкая. Ну, что значит в общей точке? Она вот там-то и там-то она и, как говорят, извините, в общей точке она ноль. Да, с точки зрения там, какого-нибудь Данжуа, там, начала века 20-го, вообще ноль и все. Понимаете, но не ноль на множестве меры нуль. Это обобщенная функция, она там и сосредоточена. Дельта-функция – это 1 вторая, между прочим, плюс эпсилон. Вот там чуть-чуть надо еще побольше сделать. Так у них. Дельта-функция где? Вообще это хорошая вещь. Сергей Львович и Соболев – это все они, так сказать, замечательные вещи. Это вот калькулюс, теорема вложения функциональных пространств. Полезная вещь. Хорошо его знать. Но с моей точки зрения, я из другой области, так сказать, пришел. Хорошо его знать, но не слишком далеко. Слишком вот всю жизнь в это, вот, так сказать, погружаться. Ну да, тоже неохота, так сказать. Много в мире математиков, замечательных вещей. Да. Ну вот, значит, вот итог. Вот эти решения. Дальше, чем соболевское пространство минус один, вы с обычной, вот нормальным этим, ну, что Тау, ну, он просто манипулировал анализом. Ну, 0,3 у него получился. Более серьезный метод довел до конца. Соболевское пространство минус один. И это конец. Однако же, сингулярные решения в
естественные, которые имеются, известные столетия, они имеют гораздо большую сингулярность. Они нигде их нету там, в Соболевском пространстве H-1. Нету их. У них, ну, вот так вам сказать примерно, значит, вот если, скажем, единица на X-функция, то это примерно что-то такое, как и дельта-функция, вроде H, наверное, минус 1, 2, плюс эпсилон, что-то вот около того. Я не точно вам сейчас могу говорить. Приблизительно это столь же большая сингулярность или столь же малая, как и дельта-функция примерно. А если у вас единица на x квадрат, вот так еще единицу вычтите, тут за полутора полезете. Это уже вообще там, где ничего нет, никакой спектральной теории операторов уже нету. А вот типичная особенность простейшая, она вот такая. И там, кстати, очень важно, что это, скажем, бывает 2 или бывает nn плюс 1 на x квадрат. Вот такого типа особенность бывает. Да, и ничего не поделаешь. И ни в каких этих соболевских пространствах они не лежат. Все эти полюса, которые, начиная с Мозера и Матина и Крускала исследовали, они не там. Его ничего не поделаешь, приходится иметь дело с такими пространствами. Можно следующую страницу. Вот это вот то, о чем мы. Да, вот это вот, видите. Простейшее решение, пожалуйста, вот вам бегущая волна в форме пи-функции Вейерштрасса, эллиптическая кривая определяет вам. Вот здесь любопытный феномен. Если у вас эллиптические функции, не знаю, сколько народу здесь знает эллиптические функции, это замечательная вещь. А вот они, Якоби, Абель, открыли. Если решетка эллиптическая, прямоугольная, этот случай возникает, то здесь вот эта вот функция определяет нам всегда сингулярное решение и особенность примерно как 2, деленное на х квадрат. Ну, не х, конечно, квадрат, а вот это вот выражение в квадрате, которое там стоит. Потому что она движется, полюс движется. А если решетка прямоугольная, то можно b взять не вещественным, а чистым мнимом, сдвинуть на пол периода. И тогда эта функция будет гладкая. Это замечательный солитон, бегущая волна КДВ. Так называемые функции Ламе – это вот это, с сингулярностью. А солитоны КДВ – те, которые вот тут на мнимое полпериода сдвинуты. Это вот. Тогда бывает. Так что, видите, сингулярных решений сразу начинаете. Вот простейшее стационарное решение. Других начнете стационарное решение. Вот сразу найдете. Сингулярные. Мы там работали в теории солитонов, стараясь в ряде случаев выделить несингулярное решение 40 лет назад, чтобы обслужить теорию нелинейных волн. Там для Сингордона уравнение другого знаменитого, там вообще это очень сложная теория оказалась. Да, мы, кстати, с Сергеем Танзоном занимались этим в свое время, да. Это долго она затянулась. Вот. Много очень сингулярных решений, громадное количество. И вот мы. Значит, во сколько я должен? Когда? Ну, вы скажите, вот что, час или что такое? Делать матопсисту, придерживаться одних традиций. Запад, 2 часа, прекрасно. Вот. Суммарно. Ну, еще час, грубо говоря. Вот. В теории солитонов существует обширное семейство решений, которые называются алгебра геометрическая. Среди них некоторое количество, которые мы заботливо отбирали, не имеют сингулярности. А все остальные сингулярны. Вот такого типа прямо. Вот сингулярности такие. Я вот здесь их показал. И вот их, собственно говоря, можно еще. Вот давайте я вам сразу скажу. Сразу. Значит, какие у нас вообще бывают сингулярности решений? Вот смотрите, если потенциал U имеет вот такую сингулярность, ну да, он имеет какое-то количество полюсов, занумерованных числом K, и вот в каждом полюсе имеется вот такое. Ну, надо сказать, что для того, чтобы, так сказать, вот здесь все было, действительно соответствовало теории уравнения Картевега-де-Фриза, то ну, есть кое-какие ограничения и на регулярные члены. Видите, здесь нечетные члены разложения в этой точке в некотором количестве, а ровно nk штук, видите, обращается в ноль.
Так что тут есть такие. У эллиптической функции Вейерштрасса вообще она четная. Там идут сколько хотите. Вот здесь вот. Вопрос состоит вот в чем. Вот у нас имеется класс таких потенциалов. Они либо алгеброгеометрические, мы вернемся к этому, либо просто функции, у которых вот имеются мироморфные функции на оси х, вещественные, у которых вот такого типа сингулярности. Никаких нас тут там тау или капеллер, никаких соболевских пространств у нас нету. Гильбертовых пространств с положительным скалярным произведением. Той у нас точно нет. Это за пределами всех этих тех, которые вот обоснователи типа Тао занимаются вообще. За пределами этих гильбертовых пространств. Вместе с тем, оператор, о котором мы говорим, вот этот, ну что же, у него вещественная функция, потенциал. И, естественно, ожидать, что как-то вообще, что он вроде в каком-то смысле вроде как самосопряжен. Надо сказать, что вот это вопрос любопытный. Вот у вас имеется оператор, ну, скажем, в простейшем случае, вот одномерный оператор Шрёдингера с вещественным, ну, скажем, мироморфным потенциалом, у которого есть какие-то сингулярности. Можно ли для него построить спектральную теорию операторов в гильбертовом пространстве? Нет, нельзя. Мы знаем, что нельзя. Мы уже опытные люди с вами, 21 век. Вы знаете, когда-то Гильберт, великий математик, один из величайших математиков, которых я знал, выдвинул гипотезу, что гипотезу Риммана можно решить, представив функцию Риммана как спектральную функцию самосопряженного оператора. Существует более 1000 подобных доказательств. Последнее из них принадлежит Алану Кону. И из симметрии этой функции, так называемой резолвенты, можно извлечь, что тогда нули на 1/2. Но в этих доказательствах всех есть одна нестрогость. Все эти операторы сингулярны. И доказать строго, что действительно это действительно есть вот их спектр, до сих пор человечество в этом подходе разочаровалось. Последний Алан Кон пытался разрекламировать подобного рода подход лет 20 назад. Он уже был знаменит достаточно. Имя, по-видимому, интересные идеи. Как и остальные, он провалился. Надо сказать, что два математика, друзья моего покойного отца, выдающиеся специалисты по теории чисел, Гельфонд и Шнирельман, в начале 30-х годов доказали гипотезу Риммана по программе Гильберта. Только когда стали писать подробную работу, обнаружили свои ошибки. Ну, более великий математик Лев Генрихович Шнирельман от этого быстро отошел. К сожалению, он еще решил несколько других проблем, включая топологические, кроме своих знаменитых работ по теории чисел. Ну и, к сожалению, он кончил трагически самоубийством. А вот Александр Васильевич Гельфонд, тоже друг моего отца, у него в голове крутилось это до самой смерти. Он был друг моего отца, и когда они вместе ходили выпивать до середины 60-х годов, значит, вот он все рассказывал, как вот шансы есть гипотезу Риммана. Значит, вот. На этом он, может быть, потерял свой тот замечательный класс, который у него возник при решении проблемы Гильберта около 30-го года. Вот, сломался на этой проблеме. Вот Гельфонд. Гельфонд. Не Гельфанд, а Гельфонд. Вот. Кстати, лауреат Абелевской премии Семиреди приехал в Москву, он путал Гельфанда и Гельфонда фамилия. Значит, вот, правда, ходил на оба семинара. Он замечательный комбинаторик, он учил у Гельфанда, а вот теорию чисел в семинаре у Гельфонда. А вот это вот направление, в котором получил премию Абеля, так сказать, вот такая, можно сказать, метрическая теория чисел, она как раз восходила к знаменитой работе Шнирельмана. До Гельфонда, потом в семинаре она и осталась. На Западе, кстати, в годы моей юности говорили «шнирельмановская плотность». Сейчас я убедился, что даже Гриша Маргулис этого термина не знает. Вот. Значит, вот, видите, это вот, да. Кстати, в физике тоже был замечательный пример. Немало преподавателей грамотных физики,
физики небрежно преподают квантовую механику. И вот там теории самосопряженных операторов с сингулярностями фон Неймана, они игнорируют, слишком сложная теория. И некоторые из них накалываются, самые умные, кстати. Вот оказывается, кулоновский потенциал заряженной частицы, единица, деленная на R, ну, на R в трехмерном пространстве, R, единица на модуль X трехмерный, он сингулярный, как вы понимаете. И там действительно вот случай, в котором вот есть самосопряженное решение по фон Нойману, и накалываются многие противоречия в квантовой механике, находили на моей памяти не один раз. Вот это вот действительно, как только сингулярность, потенциал, за это приходится платить. Умные физики знали заранее, так, Шрёдингер, Дирак, что вот там как-то вот раз надо отсеять одну собственную функцию, ни за что, ни про что, лишняя какая-то, не та, не физическая. А потом вот, вот тем не менее, сингулярность потенциала – это фундаментальная вещь. И там вот сразу мешает вам все делать, создавать спектральные операторы. А у нас здесь, в теории солитонов, у нас потенциалы сингулярные, и мы не знаем, что с ними нам делать. Можем ли мы для сингулярных потенциалов, которыми уже до нас занималось, уже после, там, начиная с Мозера и прочее, громадное количество людей, с такими сингулярностями, других быть не может, в случае КДВ, вот что-то сказать. А это что, из-за спектральный спектр какой-то операторов бывает или нет здесь? Что это вообще такое? Вот. И вот этому вопросу как раз и посвящена наша теория, наша вот сегодняшняя работа, которую мы делали, ну, собственно, вот для непрерывного преобразования Фурье, для прототипа ее, для дискретного, вот, правда, этот вопрос не обсуждали тогда, было около 90-го года нам с Кречевером начато. Идеи, связанные с... Преобразование Фурье – это тоже ведь на самом деле спектр какого-то оператора. Оказалось, вот это на самом деле мы с Игорем Моисеевичем открыли где-то около 90-го года, строя операторную теорию струн. Оказывается, нам понадобились вот аналоги преобразования рядов Фурье на Риммановых поверхностях, чтобы построить оператор рождения, уничтожения и так далее, квантовую теорию. Ряды Фурье. Аналоги их на Риммановых поверхностях. И мы это построили, это, кстати, цитируется. Думаю, что с точки зрения математики это самая лучшая та часть, потому что теория струн, она... Я и тогда уже знал, что она не имеет глубокого физического смысла, в отличие от этих гигантских сообществ. Мой друг, выдающийся физик Володя Грибов, мне шепнул этот вопрос. Я, как говорится, уже знал, что я решаю чисто математическую задачу. Мы вместе с Игорем Моисеевичем. Но что теория струн не имеет, так сказать, физической реализации. Но математика там замечательно красивая. Столько там хорошего. И тогда было. И вот там действительно оказалось, что нам, вот, чтобы построить вот аналоги рядов Фурье, операторы аналоги рождения и уничтожения на Риммановых поверхностях, нам, мы с Игорем Моисеевичем еще обнаружили, а потом с Гриневичем развили такую вот идею. Простая возникла, что вот это, казалось бы, мы воспользовались той аналитической техникой, которую мы создавали раньше для нужд теории солитонов, еще 40 лет назад для физических целей. Но здесь для целей вот аналога правильного преобразования Фурье на Риммановых поверхностях, скажем, уже на эллиптической Риммановой кривой даже, нетривиальный для нас случай, пожалуйста, нам понадобились такие конструкции из теории солитонов брать, что они вот соответствуют сингулярным решениям, а не обычным, для целей. В противном случае замечательных мультипликативных свойств аналоги преобразования Фурье на Риммановых поверхностях иметь вот как раз не будут. Они вот в этом, именно этим случаем они соответствуют. Это вот и была та мотивировка для сингулярной теории, которую вот потом я, мы которую обнаружили когда-то, и потом я к ней вернулся уже сильно после 90-го, много лет спустя. Вот почему сингулярные? Доказывается, сингулярные конструкции теории солитонов. Из теории солитонов, да, это не теория нелинейных волн, это не квантовая механика, но это вот аналог преобразования Фурье в базисе, ну, примерно был нужен. И там, да, нужны для мультипликативных свойств, чтобы аналоги были, скажем так, выражаясь формул Муавра, нужно, чтобы произведений собственной функции.
Нужно, вот оказывается, пользоваться сингулярными конструкциями, случаями, которые бы в теории Солитонова ввели сингулярным, никому не нужным решением. Вот это вот, так сказать. Вот. А здесь они, вот именно они нужны. Можно их дальше? Вот давайте посмотрим. Вот я имею оператор. Отлично. Все вещественно здесь. Т фиксируется. И этот оператор у меня вещественный. Прекрасно. У него, вот мы ввели такое понятие, спектрально-мироморфных операторов. Это вот что такое. Вот вы имеете произвольное решение, Lψ равно лямбда Ψ. Просто формально. Любое решение, при любом лямбда. Мы требуем, чтобы оно имело только функции Ψ, все были мироморфны. При любом лямбда. Это мощное ограничение. Из него вытекает, что сингулярности бывают только таких типов, которые я только что описал. Их немного. Мы называем спектральные мироморфные операторы. Сингулярностями. Да, это вот так. Ну и вот оказывается, вот я напишу вот такое вот скалярное произведение. Ничего, скалярное произведение вроде почти как обычное. И оно отлично работает. Что здесь написано? Интегрирую, ну, x у меня одномерная, все-таки я хочу теорию операторов напрямую строить. Вот здесь смотрите, пси от x на пси чертой от x, на вещественной оси x чертой это и x это одно и то же, разумеется. Но у меня имеется сингулярность. А это выражение не имеет смысла. Но я могу его немножко вывести в комплексную область, обойти. И тут возникает вот такое явление, которая обладает следующим свойством, что если у меня вот эта вот сингулярность вот такая, как здесь написано, то в произведении рядов этих нету вычетного слагаемого минус x минус 1. Я куда хотите выведу, и будет у меня отличный результат, независящий от того, по какому контуру я обойду сингулярность. А вот смотрите, умножите пси вот такое, на фи такое же, ничего, можете проверить, что x минус 1 не появится в произведении. Очень легко. Такой факт. Кстати, мы доказали подобный факт с Гриневичем, также для всех алгеброгеометрических операторов, самосопряженных более высоких порядков, коммутирующих, которые там потом вообще исследовали Игорь Моисеевич. Это несравнимо более общее свойство, чем то, которое я сказал. Что вот оказывается, это скалярное произведение имеет смысл. Какой в нем дефект в этом скалярном произведении, если это считать дефектом? Ну, если у вас там периодическое, там по периоду, как хотите. Если это быстро убывающий на бесконечности потенциал сингулярности, где-то конечное число сидит, ну, по всей прямой. Это же локальное все понятие. Можете считать, что я интегрирую в окрестности сингулярности. Как вы это составляете уже прямую или часть, это уже зависит от класса функций. Понятно, да? По всей прямой, если, скажем, быстро убывают, если там убывают, и здесь сколько-то сингулярностей есть. Это скалярное произведение индефинитно. В нем есть отрицательный квадрат. Как вот сингулярные функции увидели, все, значит, каждое сингулярное слагаемое тут породит отрицательный квадрат. И это индефинитное скалярное произведение. Оно не является положительным. Мы, значит, вот это вот мы, так сказать, считайте наше главное открытие Гриневичем сейчас. Мы с Игорем Моисеевичем в 90-м году не нуждались в скалярном произведении, там для рядов Фурье мы брали там для струн дуально сопряженные вальсы, не буду сейчас говорить об этом. Да и в теории струн, как говорится, там запросы другие. Вот это вот индефинитное, вполне корректно определенное скалярное произведение. Дальше. Это просто можно проверить непосредственно там. Но если вернуться обратно, вернее, верно, непосредственно проверить, что если возьмете вот такую степень, любую, две, никогда их произведение не может быть минус один. Вот то, те, которые здесь есть. Это, но мы доказали это и для более высоких порядков операторов сейчас, в более новой работе с Петей Гриневичем. Вот здесь, видите, эта теорема сформулирована. Это, собственно говоря, вот наше наблюдение.
для этого случая все сингулярности собрать. Мы, конечно, сами это сделали, но можно собрать в литературе. Гигантская литература была, что сингулярности, так сказать, какие они могут быть полюса. Разные выдающиеся математики, соберешь, приходишь к выводу, что вот только такие могут быть, которые я приводил. Грубо говоря, n плюс 1 делить на x квадрат. Вот такого типа сингулярности. Вот это вот у нас возникает индефинитное скалярное произведение. Саша, можно вернуться обратно? Вернуться, нет, на одну страницу дальше. Нет, дальше, дальше. Ну, кто? Вот зая. Во-во-во-во. Сейчас, где у меня функциональное пространство появилось? Предыдущий, дайте предыдущий. Во! Смотрите, я беру функциональное пространство функций, у которых есть набор сингулярностей, ну, скажем, периодически на периоде. И в каждой сингулярности указано вот это вот число n1, n2, nm. Вот это вот, значит, пространство функций. У меня имеется пространство гладких функций, гладких вне сингулярности, у которых вот в полюсах вот, вот такие вот m полюсов на периоде, ну, значит, всего период повторен. И, значит, вот в каждом полюсе, значит, вот число вот такое вот задано, сингулярность. Это функциональное пространство гладких функций. Я должен вам сказать следующее. Мы не хотим и не можем его пополнять до Гильбертова пространства. Все, что можно сделать в Гильбертовом пространстве, классики функционального анализа от Пуанкаре и Гильберта, Джона фон Неймана там и других, Банаха все давно сделали, фон Нойман особенно для операторов. В Гильбертовом пространстве обычно, вот скажем, да, рассматривали разные крупные ученые, в частности Пантрягин и Соболев, пространство с индефинитным скалярным произведением. Но они предполагали, что в пространстве имеется, во-первых, положительное скалярное произведение Гильбертова пополнено, и плюс еще индефинит. А у нас нету, мы имеем гладкие функции, мы не хотим их пополнять. Если мы их пополним, у нас понятие нуля исчезнет, а функции мы нет. Мы хотим жить среди функций гладких. Нас не устраивает функциональный анализ. Знаете, как говорится, жизнь к чему приводит, к тому приводит. Мы ничего не можем с этим сделать. Это так и все. В гильбертовых пространствах подобные задачи решены быть не могут. Мы вводим индефинитное произведение, но мы не можем назвать его, скажем, Пантрягин, пространством Пантрягина там, или Соболева, потому что они не пополнены до Гильбертова. Они как они локально бесконечно-дифференцируемые. Мы не хотим их пополнять. Забудьте этот функциональный анализ. Все задачи, которые он мог решить на том языке, он давно решил. Вот. Ну и так, во всем случае, при нашем, так сказать, понимании его. Вот видите, вот это вот функциональное пространство. Ну, подобного рода функциональные пространства мы ввели для операторов, алгебраэлектрических операторов, входящих в коммутирующие пары и высокого порядка. Там тоже есть такое свойство, что вот, ну, вот это скалярное произведение корректно определено. Произведение никогда не встречает минус единиц, это некая теорема. Там. Давайте дальше, Саша. А для периодического случая, если вы спрашиваете, обычно делается следующее. Для быстро убывающего случая мы берем пространство, функцию, у которой конечное число полюсов, ну а дальше быстро убывает. Скажем, 2 на х квадрат, вон там написан мне типичный случай. Вот, пожалуйста, отличный пример. Отличные примеры, которые вот требуют полной теории, которые вам не это самое. А для периодического нужно так поступить. Все-таки у нас бесконечное число полюсов, период повторяется. И там делают обычно так. Вводят под пространство периода, которые вот каппа задают, унимодулярный показатель, как говорят, блоховский флаке, блоховский показатель. И вот выделяют пространство с фиксированным каппа. Полюсов бесконечное число, но если k равно единице просто, то это периодические функции, вы можете ограничиться одним периодом. Но обычно их рассматривают в теории операторов на всей прямой, рассматривают при всех k по модулю равных единиц. Так надо. И тогда тоже это пространство имеет конечное число отрицательных квадратов, вот там и так далее. Вот то с тем скалярным произведением. Дальше, Саша, можно?
А мы это и на высокие порядки перенесли, это и для нестационарных двумерных операторов Шрёдингера. Ну а вот для этого оператора это мы сейчас обсуждаем. Там есть необыкновенно интересные двумерные примеры, которые мы сейчас обсуждаем. Вот. Дальше, пожалуйста. Вот смотрите, например. Я вам покажу пример. Давайте так сказать. Да, ну, не сомневайтесь, что мы, так сказать, ну, используя там разные предыдущие результаты. В частности, у нас вот там Игорь Моисеевич большой вклад внес в аналитическую сторону. Мы доказали, что для наших сингулярных операторов разложение по собственным функциям алгебро-геометрических сходится отлично. То есть у нас сходящие среды по собственным функциям. Кстати, это верно и в несамосопряженном случае. Просто по собственным функциям разложение алгебро-геометрических операторов сходится. Ну, конечно, это сингулярно, понимаете, да, но да-да, разумеется. Ну, что значит, что у вас сходятся? Конечно, у вас есть. Да, разумеется. Все так. Да. Разумеется, вы абсолютно правы. Именно так. Все съесть там. Вот, пожалуйста. Между прочим, это полезно вот еще для какой цели. Вот давайте смотреть. Рассмотрим решение, которое рациональным является. Надо сказать, что вот в этой большой науке, которая рассматривала решение с полюсами, и там, кстати сказать, в частности, начиная с Мозера и Макина, и вот Игоря Кречевера, там замечательные результаты были получены. Но там есть одно обстоятельство. Было совершенно пропущено, которое я сейчас продемонстрирую. А именно, они все не различали, что у них полюса, вещественные или комплексные, вот это. Вот такого типа решения вообще мы с Дубровиным в 1974 году построили первые. Но нам нужны были решения без сингулярностей. У нас здесь был сдвиг на мнимый полупериод. Полюса наши лежали далеко в комплексной области. И мы проигнорировали с Дубровиным вопрос о том, как они там движутся. Потому что они все равно были далеки от вещественной оси. Все было гладкое на вещественной оси. Был период, собственно говоря, первое решение нетривиальное такого типа мы и нашли. Мы с Дубровиным, до там Мозера и прочих. Но нас не интересовали полюса. Полюса были в комплексной области, а мы решали задачи теории солитонов. Нам нужны были гладкие решения. Нелинейные волны или квантово-механические потенциалы. И полюса у нас были в комплексной области. Поэтому, как говорится, как они там движутся, мы, как говорят, игнорировали. А вот если у вас все полюса на вещественной оси, насколько мне известно, никто, кроме Юргена Мозера, вопрос о вещественности этого поля вещественных чисел не обсуждал. Мозер сделал такое замечание. Вот рассмотрим, скажем, ну, например, вот такое решение с таким начальным условием. Извините, это общий вид решения. А вот где вот эти xj от t движутся? Пусть в начальный момент вот у вас такая функция есть. Самый простой случай просто. В начальный момент это такая сингулярность. Вот она будет двигаться вот как-то так. А где эти xj? Где они? Ну, Юрген Мозер, умный человек, мой старый друг, к сожалению, много лет назад умер, выдающийся математик, если не великий, значит, вот он, единственный, который рассуждал, все-таки использовал поле вещественных чисел. Рассуждение в работе Адлера и Мозера было такое, я его приведу. Допустим, что вот все полюса, вот берем такое начальное условие и решаем. Да, решение имеет такой вид, где вот здесь какие-то функции, это есть движение полюсов. Почему это привлекло внимание? Вот допустим, что они... Он утверждал следующее, что хотя бы один из них на вещественной оси все-таки останется. Давайте это докажем. Но почему останется? Почему не может быть так, что вообще все полюса убегут с вещественной оси? Очень просто. Допустим, что они все ушли с вещественной оси.
тогда при положительных Т это будет гладкий потенциал, для которого определена нормальная спектральная теория. Но этого, а это же все из-за спектральной деформации, значит, уже была бы и при Т равном единице была бы нормальная спектральная теория. А этого не может быть. Поэтому неэффективное доказательство Мозера и Адлера есть, что хотя бы один полюс там будет. Все же дальнейшие авторы, выдающиеся среди них были, вообще игнорировали разницу между вещественным и комплексным полем. И где эти XG лежат, какие-то они писали полиномы, но где эти XG лежат, вот вообще вопрос такой. Он нам понадобился. Сколько полюсов остается на вещественной оси, когда вы... Это вопрос очень нужный для нас. Мы не можем ничего без него делать. Вы на первый раз взгляд думаете, что их может быть там порядка n квадрат, n плюс n пополам, что ли? Нет. Они убегут большинство. Уже Мозер понимал, хотя бы один на вещественной оси останется. А, как говорят, много больше требовать нельзя. Почему нам они нужны? Потому что сколько полюсов останется на вещественной оси, это... число отрицательных квадратов скалярного произведения, которое у нас складывает эта точка. Это приобретает спектральный смысл. И нам нужно обязательно доказать такую теорему, что ведь в функциональном-то пространстве мы знаем, что число отрицательных квадратов, я вам скажу прямо, целая часть n плюс n пополам. Это легко понять по числу сингулярных членов, которые были в разложении для собственной функции ψ. Поэтому наша простейшая гипотеза состоит в том, что вот столько полюсов и остается на вещественной оси. Целая часть n плюс n пополам. Это вообще, как ни странно, там разные полиномы для эволюции. Гигантская литература была о движении полюсов. Но это результат... как незабавно, оказался новым. Саша, дальше можно. Ну, видите, можно вот такое начальное условие сделать, это будет пи-функция. Но локальное в точке сингулярности расползание одинаково. Это не имеет значения разница. Эрмит, например, нашел спектр этого оператора с граничными условиями Дирихле на краях. Вообще это чуть не начало спектральной теории нетривиальной. Знаменитая работа Эрмита. До сих пор. Но у Эрмита, видите, Эрмит, кстати, рассматривал сингулярные потенциалы. Это возникало из задачи Ламе. Называется функция Ламе во всех справочниках. Оператор Лапласа Бельтрами на эллипсоиде после использования эллиптических координат Якоби сводится вот таким оператором, вот с таким потенциалом серии. И Эрмит нашел спектр. Задача Ламе, вот когда собственные функции ψ, которые ноль на краях. Но нам-то это не нужно. Мы хотим, собственно, мы хотим спектр этого оператора на всей прямой. Нам не нужно. Мы находимся в классической ситуации. Но спектр Эрмита нам не нужен. Он только на отрезке. Так что этот оператор встречался. Саша, дальше. Единственное, что для преобразования Фурье, для разложения, нам нужно свойство этого сингулярного оператора на всей прямой, а не на отрезке, на котором его, как говорит Эрмит, рассмотрел. И вот смотрите, действительно, как представить себе, сколько именно полюсов остается на вещественной оси? Сколько даже, несмотря на большую литературу, которая на этот счет была, писали какие-то, в том числе, вещественные полиномы они. А вот результат, дайте еще одну страницу, значит, мы... Вот смотрите, оказывается, на самом деле, почему их... целая часть n плюс n пополам. Если вы сделаете численный эксперимент, вообще вычислительная математика полезная вещь, очень хорошая, очень хорошо. n плюс 1 пополам – это всегда целое число? Да. Нет, целая часть n плюс 1 пополам. У вас полюсов в комплексной области будет n плюс n пополам, порядка n квадрат. Но считайте, мы-то сидим на вещественной оси, в пространстве функции c бесконечность. Все полюса, ушедшие в комплексную область, считайте, исчезли и все. Их выбросили в помойку. Они никогда их нету. Они ушли. Ушли из функционального пространства. Это очень забавный момент тоже. Это аналитическая функция помнит всю комплексную область.
Но у нас пространство функций бесконечно дифференцируемых, мы ее не помним. Остается только целая часть n плюс 1 пополам. Это вот момент, которым мы гордимся, так сказать, в эти. Происходит вот что. Вычислительная математика – полезная вещь. Эти теоретики, они писали там полиномы какие-то сложные. Была литература разная. Вот. А если вы возьмете и посчитаете численно, ну, для первых n там, ну, 1 – это тривиально, 2, 3, 4, до 5 досчитайте. Дальше уже будет там... Алгебраическая задача сложная, мы иначе окончательное доказательство получили. Так. Но если взять вычислительную модель этого дела, они разбегаются примерно как вершины правильного, вот как набор треугольных чисел. Примерно. Вот знаете, это вычислительная математика. Примерно, а не точно. Вот это вот маленькое какое-то возмущение треугольного разбегания. Маленькое, причем это численный феномен. Мы здесь с вами как бы физики, мы не знаем. Оно не является теоретически маленьким, чтобы оценить эффективно. Оно численно маленькое. Представим себе, что оно достаточно маленькое. Вот вы смотрите, вот у вас разбегаются они. Вот сколько, а при этом еще у вас есть комплексное сопряжение, относительно которого это инвариантно. Если у вас достаточно... Ну, если бы она идеально точно по треугольнику разбегалась, это вот число, которое здесь лежит, остающееся, оно и есть целая часть n плюс n пополам. Если оно очень маленькое, оно останется n плюс n пополам, потому что инвариант относительно комплексного сопряжения. Это доказательство не строгое. На этом пути мы с Петей Гриневичем строгого доказательства не получили. Это объяснение на физическом уровне строгости, почему это правильно. Ну, мы иначе доказали потом, так сказать, это другой вопрос. Это правильно. Да, мы не можем здесь вот численный параметр эффективно оценить, и поэтому строгости в подобном... Как говорится, можно сказать так, что для достаточно малого эпсилона это было бы строгое доказательство. Но какое оно там малое или нет, оно численное, и все. И ничего больше тут не сделаешь. Тем не менее, это правильно. И мы это доказали. Дальше, пожалуйста. Видите? Обратите внимание на такую вещь. Кстати, любопытно, забавно. Значит, из этого вытекает, это важный промежуточный факт нашей теории, вытекает, что действительно число отрицательных квадратов точности определяется всеми полюсами. Ведь возможно было бы, что вычеты, между ними какие-то связи. И действительно какие-то связи есть, если функции аналитичные, и вы возьмете и комплексные полюса тоже. А вот вещественные нет. Здесь ровно столько осталось полюсов, сколько должно по виду сингулярности лежать на вещественной оси просто. Забывая все аналитические функции. Ну, это важное следствие. Из этого вытекает важное следствие. Ну, да, ну вот, видите, тут я привел ряд сведений. До чего? До n равного 4 у меня тут. Дальше, Саша, пожалуйста. Да. Вот этот результат, результат полюсов. Сколько их остается. Отсюда вытекает такая вещь. Да, действительно, полюса движутся. И причем иногда слипаются, иногда разлипаются. Но и эта величина, число отрицательных квадратов нашей формы, является интегралом движения. Деформация является изоспектральной, в этом смысле, в индефинитном пространстве. На этот вопрос мы ответили. Интеграл движения, то есть, вот, например, у нас была сингулярность большая, она распалась в кучу маленьких. Но маленьких образовалось столько, что это ровно совпадает в число отрицательных квадратов у индефинитного скалярного произведения. Это идеально сбалансировано. Мы и для высокого порядка операторов позднее доказали. Поэтому это вот мы приходим к выводу, к ответу на этот вопрос. Существует ли для сингулярных операторов понятие изоспектральной деформации? Да, оно существует. И в индефинитных пространствах происходит, они изоморфны друг к другу, число отрицательных квадратов не меняется с временной деформацией. Я немножко потерялся. Там точно полюс второго порядка?
полюс всегда второго порядка. Вопрос в коэффициенте. Коэффициент для того, чтобы потенциал У был спектрально-мероморфным, необходимо, чтобы полюс был второго порядка всегда. Вот либо такой, либо такой. А первого члена вообще не было. Ну, нулевой член там есть. И кое-какие ограничения вряд ли. Он распадается на вещественной оси в целая часть n плюс 1 пополам полюсов. Второго же порядка? А второго же порядка нет. Я говорил, что решение, да, второго. Пси полюс n порядка у собственной функции, которая распадается на пси. Пси, да, пси. Я же тут важно говорю, пси играет, а не у. Конечно. Конечно, полюса У, они как бы убегают в комплексную область. И нету их, на вещественной оси их нет. Это теория над полем вещественных чисел. Вы в комплексной области ее вообще не видите. Они остаются вот здесь. И это есть число отрицательных квадратов. Вот. Это изоспектральная деформация. Саша, дальше, пожалуйста. Вот это вот, ну, например, я приведу такой пример вам. Вот, например, движется у вас солитон. Ну, у него сингулярность вот примерно такая. 2 делить на х минус х от t в квадрате. Движется. Сингулярный солитон. Я написал его около сингулярности только. Это один солитон. Он движется, движется. И вдруг в какой-то момент он становится 6 делить на х там минус х 0 в квадрате. В какой-то момент t равно t0, он вдруг t0 приобретает сингулярность больше. А потом снова к этому возвращается. Обратите внимание, что целая часть наша, целая часть это такая функция, что она одна и та же. При n равном единице, при n равном 2. Целая часть n плюс n пополам одно и то же. Поэтому она может раз. Вот. Да, и такое там действительно имеется. Солитоны, они движутся, они образуются сингулярно, ну, распадают. Они могут слиться и прочее, но вот число отрицательных квадратов индефинитного скалярного произведения останется. Значит, с точки зрения спектральной теории операторов, то, что мы, так сказать, вот сделали, мы вот начали эту теорию индефинитных скалярных произведений. И вообще индефинитные скалярные произведения так обсуждались разными людьми. Но не напрямую. Бывало, возникают индефинитные скалярные произведения в квантовой теории поля, когда много частиц, они-то называют их тахион, это вот не физическая частица, или что-нибудь еще обычно. Вот. Так или иначе, вот мы называем это вот спектрально-мероморфные. Наш вывод состоит в том, что все вещественные функции алгеброгеометрические, решения, все обладают спектральной теории, с исходящимися разложениями, индефинитным скалярным произведением. Надо сказать, что вы можете спросить, а сколько вообще решений, ну, скажем, уравнений КДВ? Ответ очень простой. Вы имеете алгебраическую кривую, должны задать гиперэллиптическую. Все знают, что такое гиперэллиптическая алгебраическая кривая. Это кривая, которая имеет вид там R от X. Вот такого вида кривые функции называются гиперэллиптическими. Вещественная. И дивизор полюсов собственной функции, который тоже обладает определенными свойствами вещественности. Я не хочу это строго выписывать. Берете вот любую такую кривую, и она задается дивизором степени g, если люди знают алгебраическую геометрию, и вещественной алгебраической кривой, гиперэллиптической для операторов второго порядка или произвольной для операторов высокого порядка. И все они задают нам вот такие спектрально-мероморфные операторы с этими свойствами, сингулярными и прочими. У них собственные разложения сходятся. Вот, скажем, для второго порядка я просто приведу вам пример. Тут разные. Какой должна быть кривая для того, чтобы решение было гладким? Но это 40 лет назад было. Для этого надо, во-первых, чтобы все точки ветвления вещественные. Раз. И второе, чтобы все полюса были расположены в так называемых
запрещенных зонах, в лакунах спектра на кривых, идущих через одну. Только этот частный случай отвечает решением без сингулярности. А вещественных решений громадное количество есть. Для них есть, вот для них всегда есть такая вот спектральная теория операторов. Ну, вот это вот наше, так сказать, вот главное, чем мы гордились, ну, так сказать, вот на что мы ставили цель, это вот именно, так сказать, возникновение этих вот спектральных теорий с индефинитным скалярным произведением и из-за спектральных деформаций здесь. Как я уже сказал, это вообще свойство вот всех этих так называемых алгебро-геометрических решений или алгебраических операторов, которые допускают коммутирующие с ними операторы. У них вот есть такая вот спектральная теория, независимо от наличия или отсутствия сингулярности. Но, видите, у меня тут написано что-то для этого частного случая. Саша, дальше, пожалуйста. Видите, вот эллиптическая кривая, например, возьмите. Этот пример не является тривиальным. Пример этот не является тривиальным. Есть прямоугольная решетка. Саша, можно дальше? Вот. Но тут есть случай, видите, если вы, вот, если у вас есть 4 точки ветвления. Раз, два, три, бесконечность. Бесконечная точка ветвления. Вот это вот черным помечены так называемые запрещенные зоны или лакуны. Вот если вы дивизор D поместите сюда в лакуну, будет гладкий потенциал. А поместите вы его сюда или сюда на спектр, он будет сингулярным всегда. Более того, в классической, это вот будет, если вы поместите его в сингулярный, то возникают у вас потенциалы типа Эрмита, Ламе. А если сюда, то возникают те потенциалы, которые возникали в теории солитонов. Гладкие. Можно дальше. Но интересно вот что, что в нашем случае эллиптические, ведь в справочниках, если вы откроете справочники, эллиптические функции только с прямоугольной решеткой обсуждаются. Потому что другие не соответствуют задаче Ламе. А вещественная кривая бывает, когда у вас ромбическая решетка. Этот случай у нас возникает для сингулярных операторов. А в классической теории он не возникает вообще. Уж даже для рода 1 вещественная. При этом любопытно, что в этом случае спектр в настоящем смысле, он комплексный. Там есть комплексный кусок. Ничего не поделаешь. Хотя потенциал вещественный, спектр имеет комплексный кусок. В случае, когда ромбическая решетка. Дальше, пожалуйста. Видите, вот такой спектр будет. Например, ну там можно все там, мы делаем численный эксперимент. Просто я говорю о том, что вот это вот здесь вот в этой алгебро-геометрической теории, спектральной теории, возникают такие возможности, связанные с индефинитным скалярным произведением. Дальше, пожалуйста, Саша. Я не хочу сейчас в детали вникать этого. И вот интересно вот что. Ну, верните, пожалуйста, на одну. Интересно вот что. Что случай, который мы называем аналогом преобразования Фурье, соответствует как раз случаю, когда мы дивизор полюсов берем прямо в бесконечно удаленной точке. И это всегда сингулярно. Только. И причина этого, ну, например, просто получается потенциал Ламе Эрмита в самых простейшем случае. И это замечательное мультипликативное свойство его собственной функции, кстати, не отмечалось классиками, которые мы в свое время вот нашли с Петей Гриневичем. Значит, мультипликативность, что там произведение собственной функции, так сказать, имеет смысл. Не просто, так сказать, сложение, а при этом разложении. Дальше, пожалуйста. Это вот... Ну, там, ну, я, ну, конечно, собственные функции, я скажу, что там пси от x лямбда на пси от x мю, правильно? Давайте, функции пси от x нумеруются параметр лямбда на кривой. Это есть некий оператор порядка g, примененный пси от x. Извините, пожалуйста, x лямбда, пси от y. Лямбда равняется пси от x плюс y лямбда. Вот. Это оператор. Дифференциальный оператор с коэффициентами, независимыми от лямбда, от Риммановой поверхности. Мультипликатив... За рот приходится платить как-то.
Также у нас возникали ряды Фурье. Мультипликативные свойства возникают. И ничего не поделаешь. Это бывает только тогда, когда дивизор полюсов всю сингулярность, бесконечную удаленную точку загонишь. Иначе с умножением ничего хорошего собственной функции умножаться не хотят. Иначе у гладкого случая умножения, произведения собственной функции ничего не имеет. Дальше. Так что вот, ладно, раз тут разные случаи, вот Фурье преобразование я уже сказал, дальше, пожалуйста. А это дальше. Вот я сделаю только последнее замечание. Есть многомерная задача. Простейшая многомерная задача, которую мы сейчас обсуждаем, но не сделали, состоит в следующем. Рассматривается знаменитая система Мозера-Калоджера. Квантовая система Мозера-Калоджера с эллиптическим потенциалом. Взаимодействие частиц, эллиптическая функция Вейерштрасса с теми же константами связи, типа nn плюс 1 пополам. Вот. Ну, вот, и возникает там замечательно известно целое семейство собственных функций. Целое алгебраическое n-мерное многообразие из собственных функций. Много математиков этим занималось. Паша Этингов занимался в последнее время, Иварченко, и Веселов. Очень многие этим занимались. Ситуация здесь состоит такой, что с точки зрения алгебры это все, конечно, красиво, есть алгебраическое многообразие собственных функций, но они сингулярны. А спектр квантово-механический надо знать в области ограниченной сингулярности. До сегодняшнего дня ни одной собственной функции в правильном гильбертовом пространстве не найдено, несмотря на все эти алгебраические многообразия. Это открытая проблема до сегодняшнего дня. Я неоднократно, так сказать, это на конгрессах говорил. Это факт признанный, общепризнанный. Но если посмотреть на это с другой стороны, то можно сказать так. Ведь здесь же, в отличие от одномерного случая, это прямое обобщение ситуации Эрмита. Прямое. В частном случае двух частиц это будет система Эрмита Лами. Прямо она. И вот в этом случае, да, Эрмит еще нашел. Это алгебраическое многообразие собственных функций комплекса одномерное. Но там все было просто. Он просто знал, что у него при каждом лямбда есть две функции. Вот и все. Из них он составлял функции, которые на краях в ноль обращаются, Эрмит. Это вторая часть. Ее аналог не найден до сегодняшнего дня. И даже нет теоремы в литературе, что это достаточно, что этих функций достаточно. Скорее всего, так, но это неизвестно. Мы же думаем, с нашей стороны подход – другой совсем. Может быть, не к этой проблеме. Не задачи. А мы думаем, что здесь тоже есть индефинитное скалярное произведение, которое позволяет это вот алгебраическое многообразие трактовать как вот многообразие собственных функций на всем пространстве. Вот в случае моего. Это вот открытая проблема, фундаментальная. Я сказал, что она открыта и с точки зрения обычной теории. Много алгебраистов, замечательных, например, Паша Этингов этим писал на эту тему. Веселов, Саша, мои ученики, там, Варченко и так далее. Они все пишут формулы. Но при этом ни одной собственной функции, отвечающей правильному гильбертовому пространству, которое нужно, до сих пор не найдено. В буквальном смысле ни одной. Ноль, так сказать, этот вопрос. Вот. Это интересная проблема, которую я вот хотел бы как раз кончить, которым очень много. В частности, алгебраистов. И замечательные тоже с этим алгебры и так далее возникают. Но вот здесь это глубокая проблема, тоже связанная с сингулярными операторами, о которых я уже говорил. Спасибо за внимание. Спасибо.